Это очевидцы. Да сколько здесь лужа, кто видит? А сколько вот эта вот площадка стоит в луже? Это просто потоп, просто потоп, это надо видеть. Места, чтобы ступить без воды, просто нет. Вот такие у нас сейчас осадки, дорогие друзья. Вы видели, это все проиграли. Это все не придумано. Дерево по пояс тонет. Это все не придумано, это все в реале, оно так есть. Очевидец самое важное, говорит только. Только самое важное. Прошу ставить то, что мне нравится. Чтобы всем вылазило оно. Для того, чтобы все знали, насколько здесь осадков. Насколько здесь осадков. Вот тут чуть-чуть ходить можно, потому что замело льдом. А так ходить нельзя. Сейчас 15 часов ровно. Вот, просто идем по колено в воде. По колено в воде.